Который мы можем видеть потом из окон. Судя по всему, да. Кайфуха. Мы договорились с Александром не делиться впечатлениями, пока не выйдем отсюда. Но вам по секрету скажу, дорога мне нравится. И вид пока что тоже. Значит, заехали мы на парковку, и я сказала то, что, ну, в принципе, здесь машина не пафосная, уже хорошо, но и тут такая Бентли стоит. А так все в порядке. С Александром. Джентльмен называется. Подожди, нет. Заходим. Здрасте. Лифт в гостинице за 9400 рублей не предусмотрен. Широкие окна, огнетушители. Мы же договорились не комментировать, не обмениваться мнениями. Как кто сказал, что не предусмотрено? Вот такая сказка у нас. Смотрите, замерз. На самом деле прохладненько. Александра открывает номер и сейчас зажжет свет. Наверное, здесь появится просто огромный... Так. О, занавеска шевелится. Все? А свет? Я нажал. О! Смотрим. Смотрим. Так. Вот наш номер. Но знаете, друзья, я скажу, что для номера за 9300 рублей площадь очень маленькая. У нас есть водичка. Кстати, в номере за 1000 рублей. Чайничек, кофеечек. Вот такой у нас вид из окна. Ой, а там же это разноцветный светофор. Да, посмотрите, какая у нас красота из окна. Там какой-то снежный городок, все подсвечено. Да, очень симпатичненько. Что у нас тут есть? У нас есть тапочки. Салфетка для обуви, ну, как сложно догадаться, и ложечка. Ну и теперь самая важная часть гостиниц – это санузел. Так. И душ. Просто в лучших традициях нашей жизни мы живем в лакшери номере за 9300 рублей. И посмотрим, что у нас есть в ванной. В ванной у нас, значит, чистенькие беленькие полотенчики в количестве 2 штук. И, к большому сожалению, у нас здесь нет халата. Но, зная российские гостиницы, мы с Александром благополучно взяли с собой спортивки. Листаем каналы в лакшери номере. ТВЦ работает. Еще кого-нибудь? Нет. Телек работает. Сервис кроется в деталях. На самом деле, вот этот направленный свет, это просто идеально. Вот такое освещение, если все включено. Вот так, если все выключено. И так, если включен направленный свет. Реально круто.
Ну что, мы идем на завтрак, не преодолев трассу в 700 метров, потому что адски холодно. Пойдем поедим. А масочку можно взять. Курочку грызть. Ну, вполне хорошо, что есть курочки, кисочки. Ионизатор воздуха. Ну, в принципе, вот такое помещение. Сметана, сгущенка, варенье. Овощи, ну так нормально? Да, нормально.